Зовут меня Юрий Савченко, я менеджер компании BAS с развития продуктов. Я вам сегодня в этой палатке хочу рассказать о защите лука с продуктами компании BAS. Вы уже, наверное, обратили внимание две вещи, что физиологический лук находится в более-менее хорошем состоянии, но и он немножко зарощен. Как брать, в принципе, вроде бы и не похоже для компании BAS, но тем не менее. В период вегетации и последней обработки проходили обильные осадки, которые не давали возможности выносить почвенные гербициды. И последнюю, четвертую обработку, когда мы должны были по европейской технологии заходить с томпом, с пирамином, вернее с фронтиром Оптима, были осадки, фаза уже немножко перешла, лук уже физиологически начал закладывать и формировать головку, она уже была в таком состоянии, и как нам рекомендуют и европейские консультанты, и в принципе мы и сами знаем, когда в такой фазе лук, уже в принципе нежелательно туда вообще заходить ни с какими гербицидами. Что и было решение принято, и соответственно мы имеем сорняк, но он уже немного влияет на физиологическое развитие лука. Большая проблема в этом году — осадки интенсивные, большие и непрогнозируемыми местами, и в принципе приходилось больше бороться с заболеванием, чем с сорняками, ну, которые тоже нормально интенсивно развивались. Вы на экране можете видеть нашу систему защиты, где, в принципе, я как называю ее интегрованная система защиты, то есть научно обоснованное чередование продуктов на культуре и во времени. Здесь вы видите контактные продукты Polyram, системные продукты Acrobat, Arvega, Signum, Cabrio Duo и контактный продукт Ravral Aquaflow. Начну немножко с контактных. В принципе, зачастую бытует мнение о лучшем или, скажем, сильнее работе системных продуктов, но зачастую это не так. Я, в принципе, предыдущим группам в двух словах объяснял свое мнение, скажем, свои наблюдения и свое понимание этого процесса. Как вы знаете, клетка гриба или само растение имеет возможность, у него есть свой иммунитет. Оно имеет возможность противостоять грибам. Соответственно, как оно противостоит, оно убивает, если понимает, что гриб проник гифом уже в клетку, растение обезвоживает вокруг стоящие клетки, вокруг поражаемого места. Соответственно, если растение само уничтожило клетки, вывело воду оттуда и не дает возможность развиваться грибу, то как на это место может проникнуть системный препарат? То есть системный препарат, он двигается по клеточному соку. Соответственно, если жидкости в клетке нету, добраться до гриба у него нету возможности. То есть зачастую те системные продукты, которые мы вносим, они просто не приносят нам особого результата. Соответственно, надо строить систему защиты таким образом, чтобы предотвратить прорастание гифы гриба, чтобы он не зашел внутрь клетки, соответственно, не прошло вторичного заражения. Ну и контактные продукты, как Равраль, если брать, он, в принципе, очень хорошо работает контактно и профилактически на переноспору. Он работает на гнили, в частности, серую, белую, гниль донца, гниль шейки и альтернарию. Конечно, если мы уже зашли с проблемой, то ли это переноспора, то ли это альтернария, мы должны уже давать системный, то есть продукт, который поможет пролечить это, или Acrobat, или Cabrio Duo. И когда у нас сложные погодные условия, с частым выпаданием осадков, туман, роз, это продукт Arvega. Как показала уже практика не одного года, новый продукт с шикарным действующим веществом, контактным амитактрадином,
помогает противостоять растению, пережить эти погодные условия осадки и, соответственно, дойти до того уровня, когда у нас мы можем зайти в поле и продолжать бороться за хорошее состояние нашей культуры. Соответственно, и с корневыми гнилями я держу, вот, грубо говоря, стандарт по хозяйствам. К сожалению, все горит. Влияет на это не только состояние пера и переноспора, а и состояние корневой системы. Вы видите здесь, ребята вам покажут, обратите внимание, насколько физиологически хорошо развита корневая система. Соответственно, будет корень, будет качаться и перо, и физиологически будет развиваться. Здесь, к сожалению, корня нет, он сгнил. Соответственно, не будет корневой системы и не будет физиологически здорового стебля. То есть в здоровом растении здоровый дух и возможность противостоять заболеваниям. Плюс, например, если брать Signum, он тоже там есть пироклостробин, бренд Axilens компании BASF. Там этот действующее вещество дает физиологию, блокирует синтез этилена, гормона старения, соответственно, физиологически растение развивается лучше. Ну и плюс работает на нитрат-редуктазу, которая дает возможность получать больше удобрений, больше азота для нашего растения, то есть не блокирует этот процесс. Сколько у меня по времени для коллег еще? Отлично. И, скажем так, если брать Signum на последних этапах развития, то бишь в конце вегетации, мы плюс еще дополнительно будем играть на лёжкость нашей продукции. Соответственно, если будет гнилидон со шейки заходить и альтернария, практика Signum с каждым годом подтверждает свое предназначение, свой excellence эффект. Это не означает, что нужно применять Signum, как когда-то один фермер приезжает, говорит: слушай, дорогой, я еще так не видел, чтоб лук стоял зеленый и не ложился на перо. Я говорю: а что ж вы делали? Он говорит: так ты ж сказал Signum. Я говорю: ну окей, хорошо. Говорит: так я уже 5 раз его дал. Я говорю: то есть не больше 2 раз прямой последовательности с обязательным чередованием контактных продуктов, продуктов препарата меди, которые дают огрубение листа. Соответственно, на лист тогда меньше заходит, попадает заболевание, меньше поражается вредителем. Ну и не забывать про, скажем, другие элементы технологии, это питание и средства защиты. Юрий Сергеевич, вы, может, пару слов добавите, скажем, ваши отзывы? Я скажу, только чередование. Вот это же правильно сказал, Юра, что ни в коем случае нельзя подряд бомбить системниками. Все станет, все заблокируется. Чередование, контактный систем, полирам, отличный контактник. Удерживает неделю, 10 дней. Идет дождь, у них прилип, там и держится. И еще хочу сказать, я и говорил этим группам, которые были раньше, не забывайте еще такие лекарства, вас вам не скажу, а я вам скажу. Как кальцинит. Раз в 10 дней по листу кальцинитом. Это удобрение. Агросем Яра, он рассказывает вам, не забывайте, это тоже как своего рода лечение. Вершинку убирает на помидорах, хороший тургор на луке и так дальше. Спасибо. Спасибо. Да. У нас планировалось 11 штук, мы делали 13 штук. То есть на 2 обработки чуть-чуть сдвинулось, соответственно, реально с погодными условиями, когда и даже компании прогнозируют и говорят там 10, 14, 12 дней, если это интенсивные осадки, это надо переходить на 8, 5, 6, 7 дней. То есть если сложные, лучше сделать 2 раза контактником, не дать возможности прорасти гифом, чем потом дождаться 10-12 дней и заходить системником, который вам уже не принесет того результата, который мы хотим получить. Юра, я не знаю, Анатолий Иванович. Я. Вопрос по стамфилиозу задавали? Нет еще, нет, а что?
еще время есть, вот, пожалуйста, если можно ответить, какие препараты, как правильно бороться? Потому что, в принципе, проблема, которую мы видим, которая с каждым годом все больше и больше. Коллеги, ну, с стемфилиум больше была проблема западных регионов, потому что были обильные там осадки, высокие температуры, перепады. К сожалению, ну или к счастью, мы уже второй год испытываем эти температурные условия и обильные осадки у нас, и свято место пусто не бывает. Здесь такая же самая ситуация. Стемфилиум из рода грипп, из рода альтернарий. Но это грипп очень агрессивный. То есть он понимает, если альтернария очень медленно и ненавязчиво забирает, отвоевывает себе место у переноспоры, то стемфилиум это вот в 4 раза жирнее и мощнее альтернарии, которому все равно живая это или мертвая ткань. Он поселяется и буквально очень агрессивно начинает при пониженных, вернее при повышенных количествах влаги и температурных условиях начинает жрать культуру. Соответственно, если мы вот здесь, мы стемфилиума не было, потому что мы профилактически заходили хорошими, мощными продуктами, в частности и сигнум тоже, и кабриодуо, которые хорошо контролируют эти грибы рода альтернариозных. Если вы местами боролись с переноспорой, но не ввели агрессивную защиту от альтернариозных моментов, то, конечно, надо давать уже ну, я бы сказал бы не повышенные, а полные дозы системных продуктов, чередование с полными дозами контактных продуктов, потому что инфекцию надо заспорулировать снаружи, и, конечно, закрыть прорастание ее изнутри. Значит, по препаратам сейчас скажи, какие? Значит, я немножко по диагностике. Значит, альтернария от стемфилии как отличить? Значит, по большому счету, визуально элементарно, ну, если присмотреться. Альтернариоз мы еще называем мишеневидная пятнистость, знаете, да? Значит, там идет, ну как, переноспороз, потом поселяется альтернариоз. И такие кольца внутри, как, скажем, мишень, это альтернариоз. Стемфилиоз очень похож на альтернарию, но у него нет такого вот именно кольцеобразного вот образования. Оно такое более размытое, получается, пятно. Но именно то, что Юра сказал по агрессивности, это правда. Некоторые поля буквально за 2-3 дня просто стемфилиоз съедает. Юр, но все-таки по препаратам, пожалуйста, два слова, чем? Ну, есть целенаправленный продукт компании Bayer, это Фандага, официально зарегистрированный по стемфилиуму, но, скажем так, из моих общений с коллегами из Bayer и, в принципе, по собственным наблюдениям, это тоже не панацея. Это как бы, если профилактически и вовремя хороший продукт, он работает, держит. Если уже постфактум работа по лечению не совсем помогает. Из наших продуктов я рекомендовал кабриодуо в смеси с полирамом, сигнум полная 1,5 килограмма дозировка, тоже в смеси с контактным, медь, полирам, равраль. То есть вот эти смесь вот этих мощных контактных продуктов с системными давали хороший результат. Ну, может, есть у Валеры... Нет, все нормально, согласен. То есть чередование разных культур, чередование, выпачаясь, но разных компаний, потому что разные ДВ, все это дает хороший результат. Так, Юрий Сергеевич? Больше воды. Да. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.